Тут, короче, варят. Держит. А тут-то я не знаю, там что-нибудь положить надо или что. Так как у нас называется проект «Два брата», у нас есть Джастин, еще один Джастин, рабов понагнал, тут, короче, варят. Так как у меня две левые руки, я не могу сам варить. Колеса выбраться, да? Наконец-то кисточку в руки взял. Работать. Опа-на! Берешь так раз, облизал. И ебашься. Вот нам сегодня что-то по почте пришло для патрола. Короче, сейчас посмотрим, что там такое. Что-то интересное. Вот что мы купили. Это сварку, это мы на прокат взяли вместе с сварщиком. И вот такие колеса. Короче, вот такие колеса получаются у нас за фары. 275 60 15. Ну, мы их снимем, поставим сюда другие, не знаю, 33 или 35, хотелось бы 35, но не знаю, как с нашим техосмотром, пропустят ли они 35. Вот такие колеса, все 4, короче, диска в неплохом состоянии, пришли намажены с самого юга, почти с Австрии. 4 штуки. И дорожечку, да? Алло? Полно, да? Вот примерили, короче, эти колесики. Вот так вот на патрола. Ну да, это было сразу понятно, я это знал, что резину мы снимем, выкинем. Чересчур маленькая она. Стояли они на Тирана 2, трехлитровом. Для него они, конечно, пойдут, для патрола немножко маловатые. Но нам были важны диски, да. Так она выглядит грязная. Вот немножко отмыли. Два диска. В принципе, классно. Короче, резину снимаем, выбрасываем и покупаем, как я уже сказал, 33 или 35. Хотелось 35 бы, но надо сперва на техосмотре узнать, занесут ли нам ее в техпаспорт или нет. Вот так вот примерно выглядит, да.
тоже начали мы резать. Дверь сняли мы. Вот такая беда. Сняли подкрылок, а тут очутилось еще больше дырок. Короче, придется, наверное, не знаю, их или все-таки варить будем, или мы есть такие. Вырезаешь в комплекте весь подкрылок и вариваешь. Посмотрим, этот отчиним или тот. И тут такая дыренега уже вот так вот вырезали. Порох вот купили, да. Порох у нас есть, хорошенький. Вот такой вот. В принципе, сюда мы его забубеним. Сегодня сварщик придет и будет нам варить. Так как мы не... Короче, сантехники мы. Руки у нас не оттуда.